образ наших русских людей в голливудском кино нелеп, как Арнольд Шварценеггер в роли Вани. Но именно этот кадр из фильма «Красная жара» вылез в Гугле, когда набрала слово «русский». Какие рекламные кампании прошли с успехом во всем мире, а в России претерпели фиаско? Во-первых, провальная реклама кампании по вакцинации. В России был один из самых слабых темпов прививки в мире. Была проведена огромная рекламная кампания по стандартным рекламным лекалам. Она сработала во всем мире. И только в России большинство, похоже, имели иммунитет к рекламе прививок. С точки зрения отработанных технологий по созданию правильного имиджа прививок, все было сделано правильно, но не сработало. Последние постановления Роспотребнадзора отменили QR-коды. Во-вторых, провальная рекламная кампания «Черных квадратов». Весь конец февраля звезды шоу-бизнеса, популярные личности, блогеры, телеведущие и ролики на YouTube рекламировали квадраты по стандартной отработанной технологии. С точки зрения отработанных рекламных технологий по формированию общественного мнения самыми популярными людьми все было сделано правильно, но снова не сработало. А теперь лидеры мнений собрали вещи и быстро покинули Россию. И это самая эффективная рекламная кампания. Что рекламщики считают провальной рекламной кампанией? Маркетологи и пиарщики изумляются отсутствию стандартной рекламной кампании с актерами. Украинские женщины встречают бравых русских танкистов с цветами. Это они считают провалом, ведь все нужно делать по рекламным технологиям. Рекламщики не понимают, что они мыслят рекламными стереотипами, хотя это молодые ребята, считающие себя очень умными и креативными. Но их проблема, что они давно живут в либеральном пузыре Фейсбука и совершенно не чувствуют русский менталитет, в котором проваливаются европейские рекламные стандарты. В России отсутствие рекламы – это лучшая реклама. А еще своих не бросаем, как завещал нам Сергей Бодров-младший. У россиян в трудные времена включается авральный режим. Чем хуже нам создают условия, тем мобилизованнее и собраннее мы становимся, тем лучше работаем и добиваемся невероятных результатов. Пишите свое мнение.